spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлена серия безинерционных катушек, которая выпускается знаменитой японской компанией Daiwa. Перед нами линейка под названием Bradia. Она состоит из 9 моделей весом от 235 до 380 граммов. Передаточное число одинаковое составляет 4,8 к 1. Есть варианты с мелкой шпулей. Давайте поближе рассмотрим экземпляр с индексом 2500. Daiwa Bradia выполнена в строгом черном матовом цвете и в первую очередь предназначена для оснащения спиннинговых удилищ. При производстве корпуса применен специальный металлический сплав, а ротор сделан из современного композита. Благодаря этому катушки сочетают в себе легкость и прочность одновременно. Стоит отметить и реализацию концепции Real4, дающую надежность и плавность хода. За один оборот рукоять выматывается от 61 до 85 сантиметров шнура. Конструкции предусмотрена установка 7 высококачественных подшипников шарикового типа и одного роликового. Есть и мгновенный стопор обратного хода. Он не позволяет ротору случайно провернуться в обратном направлении. Металлическая шпуля ABS имеет форму обратного конуса, что снижает риск образования петель. Лесоемкость в зависимости от размера может составлять от 90 метров монофила толщиной 0,165 мм до 250 метров сечением 0,33 мм. Для крепления имеется небольшая пластиковая клипса. Также отметим установку полой дужки AirBell. Чтобы леска не перекручивалась, используется ролик Twist Buster 2. Передний фрикцион оснащается системой тонкой и плавной регулировки и способен выдерживать максимальные нагрузки от 2 до 8 кг. Для защиты тормозных дисков от воды и грязи имеется специальная резиновая прокладка. Флажок переключения реверса расположен в задней части корпуса. В одном положении ротор вращается только в режиме намотки. В другом может крутиться в обе стороны. Рукоять сделана из металла и в зависимости от модели может оснащаться плоским или, как в данном случае, Т-образным прорезиненным кнопом. Чтобы сложить этот элемент для хранения, необходимо нажать на специальную клавишу. Еще можно из леворукого варианта сделать праворукий. Для этого вывинчиваем ручку из корпуса и меняем местами с декоративной заглушкой на противоположной стороне. Daiwa Bradia комплектуется набором дополнительных шайб для регулировки намотки шнура на шпулю, а также фирменным матерчатым чехлом для хранения, горловина которого утягивается с помощью шнурка. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.